Привет всем! Вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить игру Ghost Rider. В прошлой серии мы с вами зашли в какой-то домик и вот... Бля, бар. Да. Зашли. О-о-о! Где моя длинная цепь нахрен? Так, и продолжаем гасить наш... О, какие-то новые циклопы. Идите, пупочки. Вы хотите... Я напоминаю, что эта игра у нас идет на PlayStation, потому что у нас, видите, уже третий раз говорили. Кружочки, да, кто видит, вот, но... Ах ты хмырь! Мы в нее решили поиграть, потому что игра такая интересная. Тем более она по фильму, и я это уже говорил. Будем попками, попугайчиками. Да, ну нет, я говорю, я напоминаю, что мало ли кто-то будет искать ее на компьютере. Она на PlayStation, если что. Так, значит. Что там, рушим? Попок, ты подохнешь. Ни хрена ты мне в бубен зарядил. Я тебе сейчас пощечину лепит, смотри. Они, кстати, гораздо выше, чем сам наш герой, ну, да? Ну ничего, герой зато сильнее. Да, он зато, у него есть суперсила. И он вообще... Вообще он не человек. Ну, как сказать, человек, но он так шо? Перевоплощается. Да когда ты подохнешь? Ха! А, еще кто хочет? О, ты еще живой? Ну, один удар и все. Все. Еще кто-то. Да еще. Пупок, ты что еще живешь-то? Пупки долго не живут. Получай, дольфушка. Да, кстати, у нас, наверное, скоро апгрейты накопятся, да, уже у нас там да? Тысячи. 1500 это мало. 1500, да. Надо 15 косарить. Толку от них никакого нету, не знаю. Не знаю, но что-то они все равно сделают нам. Чем-то они нам помогут. Получай нахрен. Поэтому в любом случае, я думаю, что надо их прибавлять. Иди сюда, пупок. Хочешь, я тебе вомзю в глаз цель, а потом в зад. Задний прикольно, они в виде таких тучек, да, получаются. Блюет тут и... перца нажрался, долбанный бабуин. Ага, да-да. Хлоп-хлоп. Ну чё, кто сирей? Чи ещё не погибнуть? А, ты в коме, понятно. Только шёл вон. Так, товарищ блюдник. Иди сюда, я тебе подбли. Ну идём. Так, куда? Сюда? Товарищ, ты хочешь чуть-чуть по попке получить, по наглой? Давай, полетай. Оп. Гравитация. Так, хорошо. Да что вот такое? Еще один появился. Ух, не один. Опять? Да, не один опять, да. Пупки нахрен. Опять пять. Да, моя попытка номер пять. Так, вот это почти погиб. Шел вон. Все равно стоят. Они, кстати, не бьют. Они просто стоят и ждут, пока ты там сам ударишь. Нет, они не успевают убить. Шел вон. Не знаю. Ну, вот это стоит, вроде ждет. Да, да, стоит. Они как лягушечки. Или нет, как они... эти, не лягушечки, они... макаки, что ли, есть. Они ждут мудро, да, свои. А эти какие-то с шипами, да, смотри. А, это типа мечи. Спауны какие-то. Да. Ну что, все? Все, проход так. Открылся. Видите, то есть мы не можем никуда пройти, пока мы всех когда... не убьем. Так, да. Поэтому все апгрейды мы по-любому получим. Такое? Куда нельзя? Нельзя, да. Куда идем? Все отлично. Интересно, куда мы продвигаемся? Вообще... Охренеть, просто что там придумали? Воу, что-то скрипит. Где-то что-то скрипит, пойдем. О, ляжбан зарядим, давай, ну, давай. Давай, давай, заряжай. Ой, хорошо. Энергия. Горючие. Пупки, выходи. Воу. Что там такое? Так, брутал, у нас брутал появился. Бруталы, мы напоминаем, это такие более сильные вот эти упырьки, у них такое защитное поле стоит. Что это я сделал, ты видела? Не знаю, вот какой-то трюк сделанный. Вот. Ух ты, что ты там вытворяешь? Это прыжок. И значит, чтобы убить этого брутала, нам надо сначала вот это его поле обезвредить, потом он станет как обычный. Мне надо вот этого пупка убить, нахрен, он мешается. Вот, видите, все, у него поля теперь нет. Ой, смотри, как они тебя режут. А у меня крови до хрена, у меня крови до хрена. Огня, да? Хмырек, иди сюда. У тебя огня до хрена, да? Ну, огня, да. Ух ты, ни хрена себе, что это такое было. Давай, пупок, подлетай, все, хмырь. Что-то вот мы когда начинаем играть в эту игру, мне сразу фильм хочется пересмотреть, не знаю. Обалденный фильм, там так все красиво сделали. Охрененная игра, если честно, вообще мне нравится.
То есть... Самое главное это нигде не застрять, просто идти и вот идти. Не понял, и чё? Ну что там? Может перепрыгнуть или... Так, куда тебе? Ух ты. Проход закрыт. И чё? Может его ударить надо? Не, я думаю, сейчас кто-то вылезет. И вылезет большая куча так, дерьмеца. Вот у нас проход закрылся. Оу. Так, вот как ты и сказал, так, большая ребята, куча вылезет. Прощайте жизнью. Давайте, все на мою вечеринку, он говорит. Блин. Что ты там вытворяешь? Опять не то нажал. Что ты там вытворяешь, скажи мне? А, он сдох. Обалдеть. Че, он просто стоял? Странно. Что-то мы там ему сделали, наколдовали. Короче, да, что-то получилось. Не знаю, так, кто играл, можете нам написать, если вы знаете. Ой, вообще. Навряд ли, что там кто-то играл. Нет, кто-то, может быть, и играл, потому что... Ты, PlayStation, блевотный. Может быть, у многих ребят, вот, кто смотрит. Так что не надо так говорить. Да не, уже давно написали, если бы кто-то играл. Нет, никто, наверное, не играл. Охрененная игра, если честно, и по графике нравится, и как он дерется. Просто жмешь, он... Ты блевотник. Я тебя буду называть блевотник. Шел вон. Где наши птички? О! Получай, хмы, ты будешь у меня всегда летать. Ух, все наскакивает на спину. Блин, эй, вы скачки. Ну, апгрейд. Ой-ой-ой-ой-ой. А у меня еще не наполнилась красная штука. А сейчас она быстро наполнится. А, так. Он еще и невидимый какой-то. Мы уходим нахрен. Хорошо. Шел вон. Мне нужно срочно ее набрать, потому что пупка огромного тяжело загасить. У него очень большой пупок. Давай, отлично. И есть. Такое вот ощущение тяжелое, да, вот тяжелого удара такого, да, что вот видно, как-то вот он прям силой бьет. Вот удары сами так сделаны. Как бы когда играешь, ладно, по-моему, прощайся тут... жизнью, козлина. Все, давай. Май пари. Да. Моя вечеринка, все на мою вечеринку, давай. Гудбай. Гасим. Шел вон. У него я. Не того бью. Мне нужно вот этого хмыря бить. Ну так бей. Так он куда-то туда пошел. Подохни, сволочь. Все. Все, остальных добивай. Пошли вон. Сосунки. Не какой зря эта сила нам дает. Ты видела, кружился. Да, они, кстати, ты сранчана. Крутить и научились, да. Саранчевский. Так, что там еще? Да, ох, ты ни хрена себе ты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот на этого ты похож. А, кстати, да, Heavy Metal. Блин, точно, он похож на него. Точно. Кто смотрел Heavy Metal, конечно. Да, наше у нас прохождение, Heavy Metal Пахтю называется. Мы там за Юлечку играли. Давай сейчас в бан нам зарядится все. Ля-ля. Давай, отлично. Наша голова горит, мне даже как-то не по себе. Так, куда нам? Где-то был проход запечатан, теперь он распечатан. Пошли. Скорее всего, вот здесь, да. Видишь, там значок, видишь? Тебе надо что-то там использовать. ТНТ написано. Взрыв. Прыгай, нахрен. Цепью, наверное, ударь. А, да. Сейчас он, наверное, зажгет об голову. Самое отличное, обжбан. Баба. Все готово. К щучам. Пойдем дальше. Прошли. О, прошли. Так, я не знаю, что тебе приложить. Может, все-таки апгрейды набрать? Как потом наберем их. Ну, смотри сам. Так, как хочешь. 6 штук уже. Ну, может, наберем. Вы так, хотите, да. Хотите, да, хотим. И ешь. Сохранить. Не сбросим, переписать. Уверены? Конечно. Спасибо, что не спрашивают. Иногда это раздражает, иногда пускай будет. То иногда бывает, что не то нажимаешь. Так, ну что там, куда мы дальше едем? Опять на мотоцикле, походу, или нет? А нет, подожди-ка, отмена. Поехали дальше? Поехали. Так, опять ли мотоцикл? Опять у нас будет да трасса. Ёбу, я не... что? Так, как нажимать, какую? Альт, если что. Это у нас он наклоняется, да? Да. На клавиатуре Alt. Alt это... Левый. Левый, да? Левый Alt. И он у нас... Ну, сейчас увидите, сейчас все объясним. Кто не смотрел. О, где наш друг? Серию, да? Там мы это так. Рассказывали. Так, как там? Я забыл уже, как ехать. Ну,
сейчас разберешься. Так, тормоз, это пинать. Это стрелять, это цепи, да? А, ну чувачки там будут, да? Так, ну может быть. Ох, ты свой чокнутый какой-то бежит. Так, едем по стрелочкам, вот на шестерке. Да, едем. Самое главное, да, мы на мотоцикле. Так, нам нужно их гасить, чтобы... Так, альт. Отлично. Окей, я их погашу, нам нужны уже очечки, правильно? Везде нужно собирать, увеличивать. Так, куда нам ехать? Поехать сюда. Ты катался когда-нибудь на байке? Нет. Не ездил, а на обычном мотоцикле? Ездил. На обычном мотоцикле. Я на скутере ездила и на байке ездила, так что... Скажу, что ощущения классные вообще, и мотоциклы, и байки. Это что за хренотня там была? Так, куда там сейчас прыгать никуда. Надо будет? Прыгать, да. Стрелочки наверх. Я же говорю, ох, растянули. Чувачок, что ты тебе... Сейчас проедешь, давай, готовься. Прыгай. А, хорошо. Блин, я просто не вижу. Если честно, игра темная, конечно. Ты их можешь не всегда гасить, если что. Можно ну, просто надо наверное... что-нибудь подкупить. Ну, нет, смотри сам, да. Так, как да. ты захочешь. О, пупок сзади, или что там такое едет? Да, вот они тебя подрезают, смотри. Слушай, иди отсюда, ты хмырь, хмырьевский. Ты давно не получал а то они по носу. Сзади на тебя уже наезжают. Их тоже какие-то иди байки. Иди отсюда, ты байкер. Или кто ты? Дьяволкер? Ты из дьявол, ты дьяволкер, точно. Иди отсюда, сейчас пипетку в нос засуну, сопли выкачаю через задний проход. Иди ты нахрен. Так, где наша стрелялка? Ой. Так, здесь кнопок очень много, если честно, да, не разберешься нахрен. Не, нормально, все равно нормально. Да едем. Иди ты отсюда, ты. Едем, по невидимка. Угу. Invisible пук. Пук бывает только вдруг. И растворился, как пердёж в воздухе. Иди отсюда, иди, иди. Еще один. Так, нам нужно побольше очечков брать. Ты что, хочешь получить по репе? У тебя есть репа? Где у тебя репа есть? У тебя две репы, понятно. Поехали. Так, одна дьявольская, другая... Ну какой у нас закат вообще? Где мы? На Диком Западе где-то находимся? В аду. Хорошо, хорошая место. А может быть не в аду. Едем на всех парах! Шел он, шел. Похоже на какую-то, я не знаю, Мексику что ли, или что-то такое. Прыжок что ли? А нет, не прыжок. Пока ничего не видно. А? Хмэри долбанный. Поехали, поехали, давай, не тормози. А? Ну вот так вот, я вам покажу сейчас, как я умею, сволочу я. Ну подходи давай, ко мне. Давай, давай, трюками их. А, твари. Оу, так. Не врезайся. Куда поедешь, туда или туда? Налево поедешь, откинешься нахрен. А, то есть тебе показано, что можно там проехать, а-а-а. Можно там проехать. Поехали. Ну, дорога тут пока что только одна. Все срать хотят. Все говорят. Какать. Шел вон. Да идите вы нафиг. Чего у вас так много? Кто вас наплодил? Где ваша мамочка? Покажите мамочку, я ее кокну. Что здесь такое? Так. Сейчас альт. Альт. Отлично. Прыжок. А можно даже на вторую было запрыгнуть. Видел, да? Что дальше? Так. А сейчас альт будет. Альт. Вот так, ребят, мы... Сплоченной командой. Да кабец, тут одному играет, да, кнопок хреново туча. Я только альт жму, если что, остальное все Леша сам справляется. Ну, куда нам там едем? Все, тихо, тихонечко. Че, тупик, что ли? А, прошли. Все, вот. А, блин, нет, не прошли не еще, ёбоб, клуб-клуб-клуб. Продолжаем. Так, смотрите, куда надо ехать. Все, я не буду бить, я что-то по инерции бью. Давай, давай, пока не надо. По стрелочкам. Ой, куда ты, куда ты, куда ты? Прыжок. Ну куда ты уехал? Давай, он же у нас ну, крутой байкер. Смотри, там какие-то уже поезда пупок поехали. Какой-то поехал, да. Так, ты старайся ровненько ехать. Что ты там вытворяешь? Там же пока не прыгай, пока не прыгай. Тебе прыжок не надо пока сейчас нажимать. Здесь не надо. Теперь вот здесь надо. Ух ты, у него газа мор. Вверх?
Вверх. О, хорошо. Перепрыгнули. Пошел вон. Так, шел. Сейчас вниз надо будет. Подожди, я не вижу ничего. Подожди, сейчас я убью козлов этих. Пошел вон. Что, они бегут, что ли? Давай, жми. Отлично. Так, что там еще? Прыжок. Так, сейчас прыжок. Прыжок. Ух ты, жбаном стукнулись, но живы. Ай, живы, ёп-боп, хлоп. Так, сейчас опять. Ох, хоть перед... Альт! Альт! Отлично. Блин, что-то здесь как здесь Петрович так... Ну а как ты хотел, да? Прошли. Сейчас третья гонка, давайте нам третью. Блин, опять гонка. Сейчас еще, наверное, сложнее. Давай, давай. Так, сейчас затормозимся. Главное, научились, да, мы научились. Смотри, тут уже шахты какие. Тут препятствия будут, если что, ты можешь врезаться. Ничего. Давай, или апгрейд и набирай там очков побольше. Да, надо их побольше набрать. Дайте их побольше душ отправлю в ад из ада. Так, давай, чувачок, беги, беги, беги. Беги, 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 они уже рядом, беги, ласкают взглядом. Давай, чувачок, оп, нам нужно их бить, конечно, мы можем. Так, здесь, надеюсь, прыгать не надо? Надо. Так, а здесь альт. Альт. Отлично. Здесь опять прыгать. Только жбаном не ударься. Молодец. О, все, на мотоцикл пошли. О, чувачки, молодцы, давай. Байкеров сколько? Ну давай, гаси. Шо может даже остановиться, покрутиться, не знаю, что хочешь делать. Давай, бомбим бомбежку в бомбу, коровью лепешку. Шел вон. Давай, мырек. Блин, что-то они тут расплодились-то. Что-то у них какой-то ажиотаж. Что они тут так? Иди, у меня цепь есть, понял? Ты, хмы, получай, получай. 8 штук уже у нас. Угу. Отечки набираем, все гасим, едем на мотоцикле и пинаем хмыря горбатого. Так, кто там следующий? Опа, опа, хлопа. Давай, сейчас мы тебе цепи подгоняем, подгоняем тебя, давай, раб. Трудись, раб, с козябкой в носу. Давай, шел вон. Вперед, рабы мои. О, кто-то полетел чокнутый. Ну слушай, ты раб. Шел вон. А ты что, тут с ума сошел, что ли? Что ты в обратку-то едешь? То есть ты... Как, он сам реагирует, в какую сторону пинать надо? Или это ты? Нет, это я. Там две кнопки напротив. А, это но... сюда, а это вот сюда. А, понятно. Рабы я думала, мои. Сам или ты нажимаешь? О, пупок опять. А? Цепью тебе, цепью, сволочуга. А, подохнуть хочешь? Ну, подохни. Давай. У нас хороший мотоцикл, он живой. Да, он живой, он чувствует вон, прям, дышит вместе с нами. Да подохнет и уже. Главное, он все время дышит, горит, выхлопной... у него колеса горят, да, вообще. Дышит задней выхлопной трубой. Да иди ты, ошмет. Очень круто таким персонажем поиграть, я считаю, вообще, он просто вообще офигенный, да, такой. Слушай, колеса горят, голова горит, давай сейчас прыгать. Все, пошел он отсюда, я занят, позвоните попозже. Я прыгаю, так. Вниз. Я скажу, давай, альт. Шел вон. Поехали, поехали, фу, все нормально. Ёбок, хлоп, пупок, жоп, моп, роп. Не свалились, да, ну не свалились. Ах, мы, ах. Куда он там сейчас поедет? Чё так тут много ехать? Ходить, побить кого-нибудь. Наверное, уже прошли все. Так, сейчас прыгать надо будет. Да? А куда прыгать? Вот сейчас, вот после этих стрелочек. Сейчас опять? Тихо. Затормозили чуть. Пупок, ты ко мне идешь? А ну, ну тогда умирай. Умирай. Смотри, они как бегут смешно. Казаки. Они так бегут смешно вообще, ручками размахивают. Гнинь, да когда ты подохнешь уже там? А, там никого нет. А, точно, там никого нет. А я думаю, стреляю что-то. О, пупки. О, смотри, как они бегут, да? Точно. Нам нужно очечков, очечков, пупочков, очечки, очконавты. Давай, давай, загасим. Отлично. Все, я думаю, прошли. Ух ты, ё-моё, случайно уже прыжок. Уже не предупредили, смотри. Пупки. Так что уже перестают предупреждать. И... Так, все, доехали. Наикрутейшество.
Прошу, мы сейчас вернемся в мир, посмотрим, что там и закончим. И апгрейд и куб. Ура! Все, чик-чик-чик. Талант, ранг, бонус. Так, ух ты, 12 косарей у нас. Принять. Yes. Так что так вот продвигаемся. Сохраняй. Пупка. Переписать. Ок. Давай сохраняй. Посмотрим, что там дальше ждет. Сделаем наши апиг. Хорошо. Ок. Все. Что там дальше? Ух ты, ё! У нас будет новое черное сердце шахты. Ты чё, хмырь, что ли? Это у нас уже какие-то, я даже не знаю, кто это. Где-то я таких видела камней. В игре, что ли, мы в какой-то играли там камни. Смотри, вот шахту. А, этот. Всё, мы в шахте. Этот, с этими штырями на руке, как... Ну кто? Вольф. Вольф этот, волк. Так. Неужели ты не можешь вспомнить? Нет, не могу. Какую мы игру проходили? Росомаха. И что, там камни были? Да, камни были. Нет, голову нет. Ты отрывал у камней, помнишь? А, ну да, да, да. И еще они где-то были. Дом. Сейчас мы купим. Оп. Дом. Оу, дом. Тяжелые комбо уже не смогли, к сожалению, купить. Ну что, но все остальное купили. Так, ну вот, значит. Что? Вот у нас шахты здесь такие, да. Вот. Ну вот, все. Здесь закрыто. Все, мы здесь и закончим. Все, ну его нафиг. Все, мы здесь и закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки, смотрите наши прохождения. Пока.